Первая пара топ-32 Дэн Баркетт и Нейт Хэмилтон. Дэн Баркетт впереди, Хэмилтон догоняет. Баркетт выставляет свою супру и идет прямо по высокой части бангинга, по широкой траектории. Хэмилтон внутри старается его догнать, и у него это получается. Они выходят на первый клиппинг поинт. Перекладка, синхронная перекладка, выходит. Нейт Хэмилтон с небольшим углом и корректировки в исполнении Баркетта. Хэмилтон хорошо справляется с ролью догоняющего и с небольшим... Вообще, разрывом они финишируют то, что нужно судьям. Второй заезд, Баркетт в качестве догоняющего, и теперь Хэмилтон постарается убежать. Баркетт что-то сам себе придумал и не ставится, пытается выставить супру очень поздно. Хэмилтон тем временем замечательно проходит первую часть трассы, и к клиппинг-поинту они подбираются с огромным преимуществом Хэмилтона. Баркетт пытается компенсировать свои ошибки, и это им немного, но удается, но ближе к финишу. Сомневаюсь, что судьи позволят... Да, Нейт Хэмилтон проходит топ-16. Следующая пара. Дин Керни и Тейлор Халл. Новичок и уже ветеран. Дин Керни выставляет вайпер. А Халл допускает грубейшую ошибку, но при этом старается показать, на что он способен, хоть он и новичок. Первый клиппинг-поинт пройден. На второй клиппинг-поинт выходим, и Халл допускает еще одну ошибку. И еще одну ошибку. Три выравнивания и жуткая постановка. Судьи это обязательно отметят. Во втором заезде Тейлор Халл сходит по технической причине, и здесь никаких проблем у Дина Керни не возникает. Однозначно и единогласно Дин Керни проходит топ-16. Челси Денова, Джонатан Кастро. Денова впереди, Кастро догоняет. Денова выставляет мустанг, идет по высокой траектории. Кастро же старается остаться как можно ближе к нему и мог бы быть еще чуть-чуть ближе. Соскакивают со ступеньки, проходит первый клиппинг-поинт, перекладка на второй клиппинг-поинт. И Кастро все же рядом, не совсем недалеко от Деновы, а Денова едет на этом мустанге. Ух, красивый заезд. Второй заезд, и теперь Кастро впереди, Денова должен прессовать его по максимуму. Какая-то корректировка непонятная в исполнении Джонатана Кастро, и Денова этим пользуется, не отпускает GT-шку вообще ни на шаг. Здесь перекладка, и оу, это контакт, Денова бьет Кастро. Похоже, что продолжения заезда не будет. Джонатан Кастро проходит. Обидная ошибка в исполнении Денофы. Петер Венцик выезжает, и это так называемый байран. Его оппонент не выходит на старт. Соответственно, Венцик топ-16. Кристоф Блуш и Джефф Джонс. Кристоф Блуш впереди, Джонс догоняет. Блуш выставляет тачку и делает то, что он умеет круче всего. Под бангингом на огромной скорости. Это снаряд улетает от своего соперника. Джефф Джонс старается хоть как-то догнать BMW. Блушса у него ничего не выходит. И Блушс уходит все дальше и дальше, и разрыв увеличивается. Огромное расстояние на финише. Они меняются местами. Джефф Джонс впереди, Блушс догоняет. Теперь нужно Блушсу контролировать свою очень быструю тачку. И у него это неплохо получается. Оба пилота находятся на верхней части банкинга. И на первый клиппинг-поинт приходят вместе. Синхронная перекладка, небольшую замешку от Кристофса Блушса, и Джефф Джонс вообще уходит с траектории. Блуш заканчивает свой заезд. Естественно, единогласно, Кристофс Блуш топ-16. Следующая пара. Юха Риндинен и Мэтт Филд. Риндинен впереди, Филд догоняет. Финн выставляет тачку, а Филд уже прямо у него в базе. Не отпускает ни на сантиметр. Как близко, и смотрите, в дыму. Не теряется. Аккуратненько приближается опять. Фалкиновская 14,5 к пятнашке Финна. Очень маленькое расстояние между ними. Филд красавчик. Меняется местами. Мэтт Филд теперь убегает. Риндонен догоняет. Риндонен нужно постараться очень сильно, чтобы повторить тот эффект, который произвел Филд. И у него это не выходит. Смотрите, какое большое расстояние. Мэтт Филд просто улетает. Улетает вперед. И Юхи Риндонену ничего не остается, как попытаться его догнать хоть по какой-то траектории. Не получается. Очень жаль. Скорее всего, мы Юху теряем. Becoming Falcon teammates, talking about
единогласно. Мэтт Филд топ-16. Алекс Хейлбрун, надежда и серая лошадка на новичков и Кэмерон Мур. Хейлбрун выставляет тачку под бэнкинг, идет по широкой траектории, используя всю ширину трека. Кэмерон Мур старается по внутренней траектории догнать его и уже к первому клиппинг-поинту компенсирует свою, отсутствие преимущества, и здесь он старается приблизиться к своему сопернику, но расстояние неприличное. Меняются местами, Кэмерон Мур убегает, Хейлбрун догоняет. Сможет ли Хейлбрун оказать достаточное давление? Смотрим на постановку. Кэмерон Мур работает левой ногой по тормозу, а Хейлбрун догоняет его. Первая клиппинг-зона. Хейлбрун выходит за пределы трассы, похоже на то, он потерялся в дыму от Кэмерона Мура. Судьи должны это заметить. Они едут one more time. Алекс Хейлбрун впереди, Мур догоняет. Нужно постараться Хейлбруну, чтобы в этот раз не накосячить, и Мур опять отстает. А BMW Хейлбруна очень красиво проходит под зеленым забором наверху по траектории, нужной траектории. Перекладка. Мур почти синхронно и ближе ко второму клиперу. Опять Хейлбрун выходит с траектории. Алекс Хейлбрун, Мур, воспользуешься этим, ну просто съедает его на финише. Похоже, что Кэмерон Мур остается в гордом одиночестве, а Алекс Хейлбрун заявляет тех Скотт. Очень жаль, большие надежды я возлагал на Алекса Хейлбруна на этом этапе. Три предыдущих этапа он занял вторые места. Что судьи нам скажут? Судьи скажут, что Кэмерон Мур проходит в топ-16. Оди Бакчис, Алек Ханадейл. Оди Бакчис на Фалкиновской 14-й, впереди Алек Ханадейл. О-хо, феноменальная постановка прямо под задним бампером. Он старается не отпустить своего оппонента, и у него это хорошо получается. Первый клиппинг-поинт пройден, на второй клиппинг-поинт они вышли в перекладочке почти синхронной. Ханадейл висит прямо на хвосте у Оди Бакчиса. Оди Бакчис должен постараться. Это ветеран, который умеет ездить. Сможет ли он оказать подобное давление на Ханадейла? И стена! Никакого давления на Ханадейла не произошло. А вот на стену нормально надавил Бакчис. Да, нам остается только наблюдать за победным проездом Алека Ханадейла. Ну, здесь судьи совсем просто. Алек Ханадейл проходит дальше. Это интересно. Крис Форсберг, трехкратный чемпион Формулы Дрифт, и Патрик Гудин, непредсказуемый хуниган. Они вместе летят уже под стеной. И, на удивление, Гудин очень хорошо справляется с трехкратным чемпионом и уже... Но теряется. Теряется к первому клиппинг-поинту, хотя пытается замаскировать свое выравнивание перекладкой. Не может он догнать даже запасную Z-ку Форсберга. Замена. Замена мест. Гудин убегает. Форсберг догоняет. Гудин выставляет тачку под бэнкингом. Идет по широкой траектории. Форсберг уже прямо рядышком с ним. Не отпускает его. Аккуратное спускание с этой ступенечки. Выход на второй клиппинг-поинт. Форсберг аккуратничает. Такое ощущение, как будто бы он едет вот свой сейф-ран, понимая, что Гудин накосячил в первом заезде. И это полное преимущество, единогласно. Форсберг дальше. Кен Гуши, Кайл Моан. Страшненькая Мазда догоняет. Довольно симпатичная GT-шка, 86-я, убегает. Моан внутри едет. Как он сюда добрался, и мне до сих пор не остается для меня секретом. Гуши красиво уходит от своего соперника, увеличивая расстояние. Хотя Моан выстреливает на перекладке. Но это его не спасает. Расстояние очень большое. Финиш. Однозначное преимущество Гуши. И они меняются местами. И похоже, у Гуши какие-то технические проблемы. Опять Кайл Моан что-то вымутил. О, нет, нет, Гуши справляется, но по его постановке. Отсутствие практически постановки. Это грубейшая ошибка, за которую пенализирует Кенджиро Гуши по полной программе.
Кайл Моан. Кто проходит дальше? И это Кайл Моан. Кайл Моан, топ-16. Два мустанга, два диких зверя на треке. Джастин Поллок выставляет тачку под самый бэнкинг, а Ван Гиттин немножко осторожничает, к нему приближается. Красиво проходит первый клиппинг-поинт, съедает Гиттин его. Второй клиппинг-поинт, огромный угол у Гиттина. Да и Поллок тоже впереди показывает максимальный фуллок. Зажигательный заезд. Второй выезд, и сейчас Гиттин впереди. Сбивает конус, это рестарт. Гиттин впереди, Поллок сзади, и похоже, Поллок и Гиттин начинают нервничать. Накалены до предела страстью в их заезде. Гиттин впереди, Поллок по внутренней траектории, почему-то старается его догнать, у него хватает мощности. Первый клиппинг-поинт пройден, синхронная перекладка, и удар, действительно перенервничал Поллок и выбивает просто своего соперника. Но мустанги, походу, очень крепкие. Поллок продолжает и заканчивает заезд. Ван Гиттин, топ-16. Слышно, что они разгоняются. Йошихара впереди, Хэмилтон догоняет. Йошихара разгоняет свою ЛС BRZ. Смотрите, постановка, он держится под как раз банкингом. И то, что хотят увидеть судья, Хэмилтон прессует его и немножко переусердствует. Здесь он его отпускает на второй клиппинг-поинт. Йошихара уже приходит на большом расстоянии от Нейта Хэмилтона. И Хэмилтон ничего не может сделать. Старается его нагнать, но все же расстояние слишком большое. Нейт Хэмилтон лидер, да и Йошихара догоняет, старается не отпустить лидера. Хэмилтон раскачкой ставится прямо под самый бэнкинг. И Йошихара уже там, уже у него в базе. Не отпускает его. Здесь главное не потеряться на ступеньке и в дыму. И получается не потеряться. Он нагоняет его на втором клиппинг-поинте. И держится, ну, можно было бы поближе, но это лучше, чем в первом заезде. Они заходят на финиш. Йошихара естественно, единогласно, Дайширо Йошихара проходит в топ-8. Готовы они, стартуют. Дин Керни впереди, Петр Венцик его догоняет, старается не отпустить. И хорошо получается у него это. Смотрите, в базе остается. Немножко корректируется Керни, а Питер его не отпускает. О, он теряется на ступеньке и выравнивается. Но уже ко второму клиппинг-поинту догоняет и старается держать его. 1300 сил против 900. И видно, что 900... Разворот у Керни! Итак, Петр Венцик лидирует, Дин Керни догоняет. Это вторая часть их заезда. Венцик ставится под стеночку, а Дин Керни не делает ничего невероятного. Смотрите, выравнивание и выход с траектории. Выход с траектории Венцика вообще полностью всеми четырьмя колесами. Плюс повреждение задней подвески, скорее всего. И это легальный способ Керни обогнать. Мое предсказание, one more time, они едут. Разворот Керни и Вецик с его, катаниями по стене. У него технический сход, в то время как Дин Керни есть на старте. Вот что мы видим его в действии. Он проводит байран. Мы слышим моторы раскручены, готовы рвануться в бой. Джеймс Дин, Джонатан Кастро. Джеймс Дин лидирует, Кастро догоняет. Ему нужно не отпустить ирландца. И он с этим справляется. Ставится прямо ему в базу и там и остается. Прессует новичка этого года или старичка. Соскакивают они с этой плеснички. Второй клиппинг-поинт проходит. И здесь Кастро немножко теряет Дина. Финишируют они на приличном, на хорошем расстоянии. За время реплея они поменялись местами. В этот раз Кастро должен просто красиво проехать. А Джеймс Дин сейчас нам первый раз за сегодняшний день должен показать обалденный. Раньше постановка у Дина, чем у Кастро. Кастро идет под самой стеной. Дин его прессует изо всех сил. Соскакивают со ступеньки. И Дин не теряет его. Смотрите, он просто, такое ощущение, как будто по рельсам едет за ним. Привязанный, приваренный. Не отпускает и подбирается все ближе и ближе к самому финишу. Феноменально.
One more time, и они едут one more time. Они стартуют. Джеймс Дин впереди, Кастро догоняет. Дин выставляется, Кастро тут же уже немножко ужин, но смотрите, Дин идет прямо под забором. Кастро вообще приближается на минимум. Перекладка в исполнении Кастро. Кастро практически шкребется колесом по колесу у Дина, не отпуская его. Они вместе проходят всю оставшуюся часть трассы и финишируют. Джонатан Кастро лидирует, Джеймс Дин догоняет. Может, они поменялись машинами, неизвестно, но Кастро становится и тут же допускает ошибку с корректировкой. Джеймс Дин уже у него в базе, не отпускает его. Здесь они спускаются со ступеньки, проходит первый клиппинг-пойнт. Дин, перекладка! И тут же оказывается у него в переднем колесе. Они едут просто близко, настолько, что это нереально. Нереально, но у Кастро была ошибка. У Кастро была ошибка на постановке, корректировка. Кого-либо из этих пилотов уже в топ 16. One more time. Нам нужен Джонатан Кастро. Они готовы, и Кристапс даже немножко вырывается вперед. Майкл Эсса лидирует, Кристапс Буш догоняет. Эсса ставится, Буш уже рядом с ним. Хотелось бы, чтобы он был чуть-чуть ближе и с большим углом. Но, тем не менее, он прессует своего соперника. Вместе проходит первый клиппинг-пойнт. На втором клиппинг-пойнте Кристапс теряется. В самый дым попадает за Майклом Эсса. Но Майкл Эсса избирает очень... неправильную внутреннюю траекторию. Итак, они стартуют. Кристапс впереди, Эсса догоняет. Кристапс на своей ракете уже уходит вдоль бенкингов. В большом угле Эсса старается его догнать. На перекладке уходит Кристапс, и ничего Эсса не может сделать. Кристапс идет по широчайшей траектории, а Эсса отстает и отстает от него. Огромное расстояние на финише между ними. Кристапс Булушс у нас слева, Майкл Эсса справа, и передвижение одного. Майк Эсса побеждает. Азба впереди, Фил догоняет. Филду надо не упустить. Азба уж очень скоростной. Азба ставится. Фил не совсем поспевает за ним, но уже под банкингом. Азба идет идеально, а Филд его нагоняет. Первая перекладка есть. Филд немножко подравнивается и что-то снимает своим бампером. Второй клипер он проходит. И теряет Азба, Азба финиширует, а Филд что-то у него с автомобилем. Ну, мы видим, Фредерик Азба срывается в первом, когда должен был бы ехать вторым, и сейчас он просто допиливает комплект своих покрышек Nexen. Мур на GT86 вырывается вперед. Хонадейл его догоняет, ему нужно его не отпустить. Не отпускает, постановка синхронная, и он близко остается с Кэмерон Муром, но Хонадейл выравнивается, при этом остается в базе, а Мур заигрывается левой ногой на тормозах. Разворот! У-ху-ху! И Хонадейл чудом уходит от столкновения. Итак, Хонадейл впереди, Мур догоняет. Хонадейл ставится, Мур немного его отпускает. И не немного, он его хорошо отпускает. Хонадейл уходит вперед с моря дыма. По внутренней траектории Мур пытается догнать, но все еще не получается. Первый клиппинг-пойнт проходит. Не сокращается между ними расстояние, но потихоньку Мур начинает догонять, но это ему не помогает. Финишируют они на большом расстоянии друг от друга. Все трое судей единогласно отдают преимущество Алику Хонадейлу. Райан Тёрк впереди, Форсберг догоняет. Тёрк выставляет тачку, Форсберг уже там и постепенно настигает его. Тёрк проходит под банкингом, хорошо проходит первый клиппинг-пойнт, перекладка. Форсберг уже тут и попадает в самый-самый дымный кусок, отпускает своего сокомандника, они финишируют. 1000-сильная 370Z Форсберга впереди, а Тёрк на 2 GZ его догоняет. И опять же, можно было бы быть поближе. Форсберг идет под самой стеночкой. И здесь вместе они опять заходят на первый клиппинг-пойнт. Перекладка. Второй клиппинг-пойнт проходит. Тёрк не теряется в дыму Форсберга. И они начинают уже с... подъезжать к финишу. Мне показалось, что Тёрк был чуть-чуть ближе. В наше время в Формуле Дрифт единогласно Райан Тёрк выбивает трехкратного
чемпиона Формулы Дрифт. Последняя битва топ-16. Ван Гиттен Джуниор лидирует, Кайл Моуэн догоняет. Сможет ли тысячу сил догнать? Да ну никуда! Ван Гиттен вырывается вперед и просто улетает, держась под стеной. Кайл Моуэн старается по внутренней траектории хоть как-то компенсировать отставание, не получается. Первый клиппинг-поинт пройден Гиттеном, второй клиппинг-поинт подходит тоже Гиттен, а Кайл Моуэн оказывается в стене. И разворот, прямо перед финишем разворот Моуэна. Кайл Моуэн впереди, Ван Гиттен Джуниор догоняет. Он приотпускает Маздочку, потому что знает, что он быстрее. Кайл Моуэн стартует, а Ван Гиттен буквально набрасывается. И сейчас нужно сдержать табун лошадиных сил под капотом Мустанга. Проходит первый клиппинг поинт. Что такое? Ван Гиттен просто действительно делает сейф ран. Отпускает далеко своего соперника. И это вообще-то может ему стоить победы. И все же Ван Гиттену отдают победу. Йошихара имеет более высокую позицию, Кёрни ниже по квалификации. Что это за старт такой? Йошихара впереди, Кёрни догоняет, Йоши ставится, Кёрни тут же и не отпускает, нагоняет эту BRZ Subaru. И соскакивает со ступеньки, немножко теряет Вайпер маленькую Subaru, и теперь уже в дыму, главное не потеряться. Расстояние большое, большое расстояние между ними, они заходят, проходит финишную линию. Дин Кёрни лидирует, Йошихару догоняет. Кёрни выставляет тачку, Йошихару должен подобраться как можно ближе к нему, и нужно еще ближе, дай! Теперь перекладка, сразу после ступеньки сбивает первый клиппинг-поинт. Йошихара выставляет большой угол и даже немножко зауглился, но Кёрни сам зауглился и позволяет Йошихаре остаться на вменяемом расстоянии от него. Так они и финишируют. Налево сдвигаются в пользу Дин Кёрни, направо Йошихара и Йошихара. Стартуют. Майкл Эс лидирует, Джонатан Кастро догоняет. И Джонатан Кастро, похоже, не собирается отпускать чемпиона 2013 года. А смотрите, как Эс шкребется по стене. Кастро не отпускает его, находится у него в базе на первом клиппинг-пойнте. Все еще возле него. И вот здесь в дыму Кастро, но он выбирается из него и быстро очень нагоняет свои позиции, догоняет Майкла Эса. Так, мы слышим звуки раскручивающихся моторов. Джонатан Кастро лидирует, Эсса догоняет. Кастро старается уехать от Эссы, и, честно говоря, у него это не сильно получается. Майкл Эсса рядышком, они соскакивают со ступеньки. Эсса выходит на вторую клиппинг-зону очень хорошо и близко, но уже ближе к финишу начинает терять своего оппонента. Майкл Эсса и one more time. Но на сегодня весь кураж Джонатана Кастро окончен. Фредерик Азба лидирует, Алек Хонедейл догоняет. Азба выставляет Тойоту в хороший угол и идет прямо под стеной. Хонедейл немножко по внутренней траектории догоняет. И прямо рядышком оказывается перед ступенькой, перед первым клиппинг-поинтом. И сразу же после этого теряет Тойоту Азбу. И допускает небольшое выравнивание, и Азба улетает далеко-далеко. Но посмотрим. Срываются со старта, Алек Хонедейл лидирует, Фредерик Азба догоняет. Хонедейл раскачкой ставится, и Азба вот тут уже прям рядышком, но он теряет Хонедейл. А вот Хонедейл заскакивает на внутреннюю траекторию, что не слишком хорошо. Первый клиппинг-поинт, они проходят, и сразу же после второго клиппинг-поинта Азба начинает прессовать своего оппонента, и они таким образом финишируют, но на первой дуге происходило что-то невероятное. Качественный, близкий дрифт Фредерика. Они стартуют, Тёрк впереди, Гиттен догоняет, старается не отпустить Тёрка, но Тёрк вырывается на небольшое расстояние вперед, Гиттен уже рядом с ним. Тёрк в своем стиле тормозит левой ногой, не выходит на первый клиппинг после ступеньки, перекладка синхронная, Тёрк не отпускает газ, а Гиттен уже рядышком, и он не отпускает Тёрка, очень близко и качественно они финишируют. Готовы, есть старт.
Гитин лидирует, Тёрк догоняет, Гитин ставится, Тёрк уже рядом, прямо на постановке, не отпускает Гитина вообще, очень близко, едет они, спускаются со ступеньки на первом клипере, перекладка, важная перекладка, и Тёрк отпускает Гитина, но уже нагоняет его, и просто съедает, птичка жрет Хрюшу, финиш. Судьи, судьи принимают решение. One more time. One more time. Трансляция закончилась. До свидания. Есть разгон. Впереди Тёрк, его догоняет Гитин. И Гитин понял, что нельзя сейчас шутить с Райаном Тёрком. И вот эта постановка уже в стиле чемпиона. Перекладка. Он уже прямо возле Тёрка. Но что-то он немножко вот очкует. Реально очкует. И все же они на финиш агрессивно заходят. Гитин впереди, Тёрк догоняет. Это очень интересная битва. Первый заезд был... Это перезаезд. Конус задел Гитин. И начинаются его игры в стиле того, что он сделал с Поллоком. Они стартуют, и Тёрк немножко даже вперед вырывается. Но все-таки Гитин отрывается от Тёрка и... уходит вперед, и Тёрк отпускает его, со ступеньки они спускаются далековато, Тёрк, перекладка, есть выравнивание, и вообще потерялся, Тёрк потерялся. Райан Тёрк, именно те самые нервы его и погубили, либо какая-то техническая неполадка. Битва четырех чемпионов в топ-4. Йошихара впереди, Эсса сзади. Йошихара небольшой раскачкой ставится и идет под самым забором. Эсса уже прямо у него в базе, спускается чуть-чуть, но его не отпускает. Немножко теряет его на первом клиппинг-поинте. Перекладка синхронная, второй клиппинг-поинт, и они едут к финишной прямой, где Эсса немного теряет Йошихару. Йошихара старается не упустить Эссу, чуть-чуть раньше стартует Эсса, вырывается вперед, но Йошихара его не отпускает. Постановка, Эсса впереди, а вот Йоши его чуть-чуть отпустил. Эсса в его обычной манере прошкребал все это, съедает свой бампер Эсса, разрывая его на куски. Йошихара рядышком. Огромное количество дыма из-под BMW Эссы, но Йошихара не отпускает соперника. Майкл Эсса получает победу в этом заезде. Йошихара третье место. 15-й год Фредерик Асба лидирует, Ван Гитин Джуниор 10-й год преследует, и сегодня оба показывают очень крутой и качественный дрифт. Раскачкой, ранняя постановка у Асба, Гитин уже рядом с ним и нагоняет его, старается оказаться как можно ближе, сразу не соскакивает со ступеньки, Гитин чуть-чуть теряется, и синхронная перекладка, на которой Гитин теряет Асба, старается нагнать его, но уже ничего не получается, Асба слишком быстрый и отбирает все преимущество. Готовы. Асба срывается, чтобы не упустить Гитина. Гитин впереди. Асба догоняет. Постановка Гитина. Асба прямо у него в базе оказывается. Синхронная постановка. Гитин хорошо шкребется по стене, а Асба его не отпускает. Небольшая корректировка в исполнении Асба. Синхронная перекладка. Он слишком близко. Очень близко. Не отпускает Мустанг. Желтая Тойота Королла. Огромное, огромное преимущество у Асбу. Гитин налево, Асба направо, единогласно. Асба в финале. Асба впереди, Эсса догоняет. Эсса не отпускает Асбу, Асба раскачкой становится. Эсса старается удержаться у него в базе, это у него не очень хорошо получается. И вот он уже только к концу банкинга догоняет удержавшегося наверху Асбу. Перекладка, Эсса выскакивает одним колесом за пределы трассы, но при этом не сбивает конус. Только к концу трассы Эсса нагоняет Асбу. Кто же, кто из них станет сегодняшним победителем? Эсса впереди, Асба догоняет, и Асба уже на постановке оказывается в базе у Эссы и старается сохранить это преимущество. Они проходят первый клиппинг-поинт, второй клиппинг-поинт чуть-чуть отпускает Асба Эссу, но при этом остается достаточно близко и на постоянно одинаковом расстоянии. Так они и проходят финишный створ.
Третье место, но это я могу объявить, Дайшира Йошихара, чемпион 2011 года, победитель, чемпион Формулы Дрифт 2015 года, победитель Фредерик Асбо. Итак, первое место Фредерик Асбо, второе место Майкл Эсса, третье место Дайшира Йошихара. Ребята, спасибо огромное, что были с нами, и увидимся у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите короткие трансляции, и до встречи.